По состоянию на 15.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКМБ. В нарушение двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации сопредельная сторона продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к линии границы с Кыргызстаном. В районе населенного пункта Кокташ Баткенского района Баткенской области таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие транспортные средства. В 13:35 первый заместитель председателя, директор пограничной службы ГКМБ полковник Уларбек Шаршиев выехал в Республику Таджикистан на переговоры с представителями Таджикистана.